Так, ладно, это все здорово. Пробуем еще раз присоединиться к нашим. Где они тут у нас? Вот. Оно. Давай. Не беда, что выкинул. Сейчас закинет обратно. Странно, а почему у меня, блядь, кикает? Это все равно как-то, ебать, интересно. Чую, это может перерасти в проблему, после которой люди начинают, блядь, перечитывать с ног до головы все форумы, блядь. Чистить там всякие папки, удалять, переудалять нахуй, чтобы не было русских букв в пути к игре, там что-то вот в этом духе начинает ебало твориться. Городок, еще карта такая, блядь, где у меня больше всего подтормаживает, где у меня меньше всего FPS выдает. И так 28, еще какие-то фризы, блядь, непонятные. Причем, если честно, не пойму, в чем дело. То ли в коннекте моем, то ли не в моем, то ли, блядь, в серверах, то ли хуй его знает. Так, ну. Наконец-то они всем сделали подсказки, что если, блядь, ты уж и взял медика, то сначала там надо бинтом бинтовать, а потом уже... Легкие машины и раньше только можно было тремя рожками этот взорвать. Да, кстати. Только долго стрелять давай. А где вы все на мейне? Я вас не вижу почему-то. А, вы машину взяли? Вы на попутке, да? Нет, открой машину вот эту, за которую я... Уже, шмель, тихо, шмель, уже. Я сам еду, в том-то и дело. Я ж поэтому говорю, где вы? Да, блядь, сейчас. Сейчас, секунду. Хотя, лично можно защищать и с мейна. Я что-то не привык, надо теперь держать, чтобы сесть в машину. Ну вот что с моим пингом, блядь. Ничего себе, нормально. Только зашел, уже минус 2 очка. Ну примерно так нужно, да? Только чуть левее встань. Ага. Угу, я все-таки залез в авто. ТЛПшка. Блять, вот это да, 10 FPS, вы чё, угораете нахуй, что ли? Да ёбаный, давай же вылазь отсюда нахуй. Да, а ещё я заметил, что если раньше раунды противостояния нормального, там час, там максимум, ну, 40 минут, час, то есть играю второй день, 20-30 минут всё, раунд. Давай, бля, гранату. Ну, может, совпадение. Вроде по этому поводу особо ничего не меняли, кроме того, что мне нужно первую точку блокировать.
Ой, это вообще хорошая новость, блядь. Да тут у них там машиночка едет, говновоз. Вашу сторону, блядь. Ха-ха, ебать. Так, вообще не пойму, что с моим, блядь, FPS. Да нет, бля, нихуя вообще не изменилось-то. View distance. Ну-ка. Опять-таки, блядь. Full H, я не знаю, что это. Но это хуйня полная, все эти, блядь, приросты в 1-2 FPS. Раньше было все нормально, вот это вот единственное, что я могу сказать, блядь. Так, что я хотел отметить, что добавили этот поворот головы, сейчас покажу. А куда мы поедем? Он мертвый. На защиту точки следующей. А, уже не обсуждается. Помчали, Гер. Что? Поедешь на бардаке? Конечно. Я разрешил, давай. Ага. Ебать, пока зайдешь в транспорт. Ну да, пересадка ж такая же. А, нихуя себе, ну, точно. То есть теперь, короче, не актуально, чтобы один человек ездил на технике. Ну, геморно. Я вчера ездил сам, ну, есть варианты, но геморный. Ну, понятно. То есть быстро уже не уедешь. Ну, конечно, прикинь. Теперь, да, ля, молодцы, продумали эту хуйню. Нет, на самом деле не так уж сложно одному ездить, все еще можно. Занимаешь позицию и стреляешь как раньше. Ну да, это если позицию удобную занял, то конечно, да. Издалека там, хуй знает откуда. А так не ворвешься уже, блядь. Ну это да. Либо вдвоем привыкать к новой механике. То есть видишь, механику прям обновили саму игры. Да, и что, например, дропшоты делать нельзя, что тоже хорошо. Это что такое? Ну это когда ты падаешь и стреляешь сразу. А. Да-да-да, это уже. Чё 30, Гер? Очков у нас. А. Ой, такой поживее. Захват стал, почти да? закончился, нужно продержаться. Захвата Десны. Так что не гевапитесь, парни. О, там ты технику отметил. Да, ну, Николас, перестань, ну тут гевапаться, не гевапаться, здесь
Нет, мы хотя бы последнюю скачку отобьем. Ну, 10 очков добавил, да? Да. Я курить, Саша, позволи. Давай. Курить вредно. Бля, я не вижу, что это. Ну, походу, это что-то не то. Чужие тикеты считают неприлично. Да вы угораете, что ли, ебать. Уезжаем. Так, ладно, пока ну тут все до дела, надо выходить и показать, вот он этот божественный поворот головы, блядь. Пиздец. Ладно. Сейчас мы по-быстренькому сделаем вот что. Ой, блядь, что такое? Вот я появился на мейне, вот я прицелился. Переприцеливание происходит вот так вот долго. А ну-ка. Зон протектед, блядь, ебучий. Если это по тебе за ухо ебнуло, то точно свои. Так, вот. Значит, теперь при зажатом... Раз, два, рядышком. Альт. Щелкнуло, и все. Ну, наконец-то и... можно вертеть головой. Жаль, не пишут, что кто ж убил. Бля, я не пойму, что за фризы нахуй. Вот какая Егорьевка еще лучше. Ну давай, на Егорьевке у меня в принципе-то что. Особых таких проблем с производительностью не было. Молодцы американцы, выиграли у нас. Не, бой поживее стал, да, такой подинамичнее, блядь. Бля, кто-то хуй. Хуё знает, ребята, у меня какие-то ебать невообразимые фризы, блядь, стали. Вот что я могу сказать. Наконец-то вот здесь теперь вот этот вот сервер, наверное, не пустует. Теперь здесь пишется, на каком ты сервере играешь. А обычно эта строка пустой оставалась. Так, и Хоревка. Да, видно, что они цветовую гамму переработали. И вообще, по-моему, графику в целом немного изменили. А может быть и много изменили, хуй его знает. Я пока что из-за вот этих вот ебучих проблем с пингом. Оп. Появился. Да давай же, ебаный насос, нахуй. Да, вот еще новшество, что теперь можно появляться, да, блядь. Менять специализации, занимать техники. Чё за нахуй тормоза, блядь? Короче, после этой катки я попробую целиком удалить сквад и заново закачать. Посмотрим, что из этого получится. Почистить эти папки, кэши, хуеши, блядь. Не стреляют, да? Ну и хорошо. Да, даже цвет вот грузовиков изменили наконец-таки. Блять, давай, сука, вы угораете, что ли?
Да, прикинь, Женёк, вот такая хуйня. Так хотя, может быть, они и появились, конечно, блядь. Дело в том, что, может, там каждый только свой отряд видит. Коллиматор тоже стал, конечно, поприятнее. Итак, еще раз. Вот. Божественная функция. Наконец-то ее добавили. Only squad leaders may enter unclimbed vehicles. А, ничего себе, после поднятия он просто всю энергию потратил. Прыг-скок, блядь. Залазь давай. Оп. Странно, а почему я... Вот он. А где вы? Я уехал на попутке. Выходи, мы подберем. Окей. Да, там грузите отдельно патроны и стройматериалы. Ну, ты все знаешь. Бля, да мне... Что? Ты не слышишь или тебя не слышно? Мы тебя слышим, только плохо. Да он вышел вообще из... Он вышел. Слышь, я, наверное, сейчас выйду. Гер, надо удалить полностью сквад и заново закачать. У меня какие-то проблемы с производительностью появились. Давай, окей. А то еще добавим. Тружи, не колопаты будут, как вчера. Не-не-не, ты идею подкинул. Мы проверим вот эту идею на поводу твоих мешков, если их поставлять. Я ставлю, ты просто жарату, потом ты меня, если что, подымешь. Насчет каких мешков? Ну если мешки во дворике ставить. И мешочки с песком ставить очень часто, чтобы если граната попала, то она осколками не рассыпала всех. Так, ну, ты что, ни разу не пробовал? Нет. Короче, три гранаты хватает на мешок. То есть мешок поддерживает три гранаты. Нет, ты не понял. Помнишь, вчера? Я понял, что вчерашнее было. Просто если говорю, если так делаешь, то придется потом все равно эти мешки закапывать. То есть у тебя когда граната прилетает, ты выживешь, но потом тебе обратно эти мешки надо будет закапывать. Мне интересно поражающая сила, потому что я так подумал, что ну осколки должны везде лететь. Нет, ну как везде? Если ты у тебя граната после мешка лежит, какие осколки? Если влетают в гранату, это физически так нормально. Если мешки слишком редко ставят, то граната может от тебя не на метр, блядь, прилететь, а на два. И тогда на мешки мимо пролетают, блядь, осколки, и влетают там в башку. Вот давай это и протестируем сейчас. Если ты меня сможешь понять. Да это не против. Не, я не против. Отлично, мне и раньше было слышно. Чё ты это прикалываешься, что ли? Не, я вас не слышал. Вижу, что значки появляются, а звука не было, поэтому произошел. А был звук нормальный?
Да, да, я нашел. Я вас не нашел просто. Все, выходим. О, панкут, это значит. Как не культурно, на мельке скакать. Ралик, пожалуйста. По нулям очки, да? Ну, сейчас. Сейчас я разгрежу. Я вчера пытался разобрать. Я так и не пойму. Ты какой-то худи такой бегаешь. Фоп, чего-то там. Лев or пик, сапли спай. Сейчас, надо же очки. Очки по нулям, ты видишь, Петрович? Выгрузил. А где шуплайка? Рация наверху стоит, Петрович, ты чё? А, я не слышу. Только не патроны, а материалы разгрузите. Да, знаю. Так, и как ты это делаешь? Ну, выбираешь единичка или двойка, и нажимаешь левую кнопку мыши, держишь и все. А, 1-2 там выбирать? Можно... А, отдельно строительство? А, все, понял, да. Либо единица, либо двойка. И по 100 он выгружает. Все, теперь разобрался. И загружать там, соответственно, тоже. Либо то, либо то. Да, сейчас вас. Да, сейчас. Так, не пойму нихуя. Сейчас. Вот, все, патроны, все разгружено, нахуй. Сейчас поеду перезаряжу. Ай, нет, нахуй, туда мы не поедем. Что-то явно. Давай попробуем. Баба, блядь. С этим так ничего и не решили. А чё мы решились на это обосноваться? Так, ну тут-то смотреть можно было и раньше, потому из зажатого альта. Они должны захватывать точку. И они будут выбивать нас. А, ну у нас тоже стоит снят, я вижу. Кира, можно снайпер возьмёшь? Ещё раз, что можно? Снайпер возьмёшь. Тю. Да бери что хочешь, Вес, это ж тесты, ради бога, о чём ты говоришь? Да даже если б не тест. Ну и тест, не тест, а я был каждый раз не хочется. Бы не тест. Да ладно! Давай, значит, троллить, смотри. Еще такую же елку делай. Такую же елку делай. Говорю, такую же елку делай. Зачем? Ну в смысле, сдвиг. Второй этаж. И второй этаж, сдвиг на мид. Нет, ты смотри, я стою здесь, а ты бросай гранату в угол. Посмотрим, убьет меня или нет, и отбегайте же. Так. Бля, нет. Красавчик, не молодец, то. Отлично. Нам нужно что? А, вот, все, разобрался. Короче, смысл в чем? Выбираешь либо стройматериалы, либо патроны, соответственно, единичка или двойка. Единичка стройматериалы, двойка патроны. Можно загрузить патронов? Нет, нельзя, все. Я понял, вот эта линия показывает, что supply полностью загружен. В данном случае стройматериалами. Очки тратишь. Да, здорово сделали, классно сделали. Сейчас привезу 2000 стройматериалов, блядь, чисто без патрона. Все, Гер, я сейчас привожу и это, и пока выйду временно. Да, без проблем. Надо попробовать все удалить, что-то, блядь, как-то неприятно стало играть.
карты через командную консоль. И играйтесь как хотите, блядь. Я 2 часа вчера на это потратил. Строил сам, блядь, спробовал, экспериментировал. Карту через консоль? Да. Ты давно играешь? Да, да. Давно играешь? Ну, месяц где-то. А по часам? Часов сколько? В смысле часов? Shift-Tab нажми, у тебя вверху там появится, сколько часов наиграно. Левый верхний угол. Где нажать на результат? В меню? Shift-Tab. Там в это, в библиотеку заходишь, тебе показывает, сколько в игре наиграл. Ну, или в профиль. Steam просто смотришь, все. Ну, можно и так, там много... Так, командир, хочу стрелять уже. Подожди, к тебе придут. Это ж Invasion. Хотя они до сих пор не могут свою первую точку взять. Если там хорошо обороняться будут, то никто не... Не, ну ладно, Гержи говорит, раз это ТС, можно делать все, что хочешь. Хочешь стрелять, беги и стреляй. Нет, Гер не совсем прав, я с ним не согласен. Да, я же говорю. Дэнни, без проблем. Да, блять, опять не то нажал. Наверх задирает, все равно, не говори. Задирает, конечно. Это про чего? Разгружаю. Петрович, я да, пошла натяжечка. Тебя, поэтому знаю. Я, блять, после обновления тестировал, ты не понял. Я вчера, блять, 2 часа на кинул. Ребята! Петрович, кто, ребята, кто хочет повоевать, кто хочет пострелять, может сесть в машину любую, ехать куда хочет, где-то. Давай еще по этот. Да нас на подарок на Новый год. Одно. Еще раз, тут 7 голосов. Я говорю, это по подарок на Новый год. Нет. Да нет, просто это тест. Чё, скажите мне, что на кнопку X назначено? На кнопку X что назначено? Я забыл приближение. Установление дальности прицела. А где видно, как оно меняется? Колёсико прокручивает. А, всё, понял, спасибо. Ладно, ну давай ещё поставим. Убейте, у нас, блядь, 2000 очков строительства. Давай, чё-то расхуярят, блядь. У меня не работает. Убейте. Давай, я не У тебя не будет. Кто хочет? Спасибо. Всегда, пожалуйста, обращайся с такими запросами. Так, блядь. Да, блин, бежать на Афобу следующее, просто время займет полчаса. Хлоп. Лучше я 30 секунд подожду и потом там резну. О, обычному солдату дали не только мешки, но и колючку. Пулемет, блядь, поставь, знаешь, защита, которая, блядь, этот, как он? Да поставим все. Я говорю, самое крутое обновление с момента выхода игры. Да, классная обнова. Да, согласен. А выход игры в 15 году, хочу напомнить. Скоро 18-й. Вот именно. Еще 3 года, и игра будет готова. Да. Через 3 года еще одна классная обнова нас ждет. Через 3 года танки появятся. И вертолеты. Вертолеты уже хотят завести. Космические корабли. Ну смотри, за ушку-то зачем-то добавили, кстати, не понимаю зачем. Для эксперимента. У тебя завтра Талибов заберут. Добавили. Игру заберут завтра. Эту версию завтра заберут. Так что для эксперимента... Наслаждайся. Добавили.
3 недели появится 10-я версия. Уже рабочая. Ебать. Че так долго? Через 3 недели, ребят. Нету. Бля, у меня 200 игр в стиме, я только в сквад играю. Сквад One Love. Так, ну тут ничего не поменялось. Ты, кстати, можешь прицел менять. На гранатомет взять кто-нибудь. Минометчика. Пасхел, похерай с миномета. Сейчас, секунду. Я в зероинг попробую. Нет, да подожди, я еще не вышел. Ты указал, да, стрелять? Указал, Петрович. Странно, а почему вы хлопчи? Недели вроде уже нормально готово все. Блять. Да ничего не готово, да, ты пожалуй, скрины там такие. Она сырая. За руль сядь там. Это, слышишь? Свое отражение без головы. Гер, поставь я патроны, вот, патроны. Подо мной коллиматорный прицел бегает. Подо мной прям мой же коллиматорный прицел бегает. На тебя машина не езжала. Блять, зато добавили блики, вот. Стрелять нахуй, а? Складной. Че, еще раз? Че? Вот мне с этой хуйни, блядь, блядь, тебя градус направления у не тебя вижу. Метка стоит. Смотри, метка миномета, и должно быть расстояние. От командир, от этой метки расстояния вижу, нет. Командир. Не вижу. Меч ставь, командир, меч. Поставь обычную стрелку. Меч, да, или стрелку. Обычную стрелку поставь. Да. Поставь. Во, во, все, во. Теперь все, вижу, все, спасибо, складной, все. Ща, подожди. Поставь патрончики, Гер. 600, 700, 900. В смысле 900? 1250. У меня написано 12500. 12.50 написано. Гер, ты чё? Смотри, ты когда меч ставишь, смотри на компас. У тебя, блядь, появляется значение в метрах. Компас поверти. Повернись вокруг себя. Вот куда я смотрю. Гер. Такая оранжевый прямоугольничек, и в нем расстояние. Это вот куда ты метку поставил, расстояние до этой метки. Я тоже когда-то заебывался, считал по квадратику. Я огонь даю. Смотри, развернись. Ты понял, какая хуйня, Гер? Чё? Я говорю, расстояние как высчитать? Ты ставишь метку, меч или метку зеленую? И вот смотри, вот в эту сторону смотришь на 350, у тебя оранжевый прямоугольничек, и в нем расстояние. Это расстояние до метки, которую ты поставил, понял? Да, 350, ну правильно, я знаю. Ну так. А так же сам работает и метка миномета. Нет. Но я ее не вижу. Метка миномета это для соседних отрядов, чтобы они знали, что туда сейчас сработает миномет. Так это и Поставь патроны, я хочу взять пулемет и попроверить сошки. Как насчет матюкаться, остановимся. О, да ну нахуй. Ну, а чё вообще вопрос? Мы вообще от них нихера не сделали. Может быть, блядь, лучший отряд. Гуманный. За гуманный отряд.